Всем привет! С вами Прия. Относительно недавно стартанула 13-я годовщина нашей с вами любимой игры World of Warcraft. Это лишний повод зайти в нее, поиграть, вспомнить былые времена и насладиться чудесными моментами классика. Именно. В эту годовщину, в эти прекрасные две недели, с 16 ноября до 30 ноября, будут включены классические мировые боссы, с которых падает 900-й шмот. Ну, он может закалиться до 915-го. Это владыка Казак, Поушены жрите, Азурегас и Зеленые драконы. Такие вот мировые боссы, которых можно убить, вспомнить былые времена, либо просто окунуться, так сказать, в то время. Да. Помимо этого, на почту вам присылают подарок на годовщину, небольшую сумочку. А в нем 200 валюты, искаженных временем знаков. Праздничный сверток, который мы можем использовать, получая 13% бонусной репутации. Кстати, надо поюзать. Вот, ваша гербовая накидка преображается в этот момент. На моем ДК это выглядит несколько неказисто, скажем так. Ну и квесты там, который позволяет начать цепочку, связанную с историческими вопросами. По-моему, это дело звучит как-то так. Да. Ладно уж. Всех говорит, как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья. Празднуйте годовщину. Может быть, какой-то рейдик соберем на этих боссов и повеселимся, пожрем поушены, так сказать, вместе. Берегите ноги. До скорого.